Итак, перед вами дневник-календарь 15-летней женщины. Женщина звучит идиотски, но я люблю идиотизм. Итак, что у нее в понедельник? Что у нас в понедельник? Вот это она. Это она такая с косичками. Вот такая вот. То есть вроде... Страшила. То есть вроде еще девочка такая, но... Такая вот, казалось бы, девочка, да, 15 лет, что там, но уже с сиськами. Итак, понедельник. Что у нас, что у нее в понедельник? Суицид. Второй суицид, ну, в общем, пока не добьется своего. Ладно, забили, забили. Все, она там уже все сделала. Вторник. Вторник, уже другое число, прикиньте. Зашить вчерашние порезы. Давайте нарисуем лезвие. Какая-то херня. Зашила или спрятала под рукавом, чтобы мамка не увидела. Так, и что еще? Ах, да, и попытаться повеситься. О, да. Какие-то яйца болтающиеся. Но нет, это веревка типа. Попытаться повеситься неудачно, потому что никогда раньше не вешалась. Вот это она такая, видишь, она думает. Это она тут, да, повесилась. Вот. Это она с косичками снова. Такая, да, довольная вся. Думаю, сейчас повешусь, назло всем. Вот, я потом посмотрю на их лица. Но неудачу, она сломала себе шею. Вот эта шея такая. Тут, давайте. Крэк. Типа, ну, крэк. Не кокса, в смысле. Получается, следующее, в принципе, планы на жизнь, это... Вот она уже приуныла, думает, бля, ебать, как... С оторванной шеей ты что делать? Вот, она сидит и... Сидит, знаете, где... Угадайте, где она сидит? В инвалидном кресле сидит и думает, бля, нахуй я прыгала, лучше... А все, вены-то не порезать, потому что руки парализованы! Ужасно. Угадайте, на чем она сидит? Вот она вот так вот. Вот такие ноги у нее. Честь отдает. На чем она сидит? А? На утке. На утке в поликлинике. Следующий день. Нужно жить дальше. Нужно верить в себя. И жить дальше. Поэтому наступает среда. Йоу. А в среду у нас математика. Русский. Русский. Химиотерапия. Радиационное облучение. Что там еще? И клизма. Да, про клизму не надо забывать. Это все-таки... Да. Ну все, среда закончена. А, нет, еще выложить то, что в телефон, куда-то там, Инстаграм, не знаю, что я счастлива. Даже несмотря на то, что у меня огромная дилда в жопе под названием клизма. Вот. Я от суши глисты подцепила. Четверг у нас... Месячные! Да! Кровавый Техас в моей манде. Отмыть всю постель от крови и забить на это. Пятница. Пятница, полный отрыв башки со своими корешками. Это больше похоже на совок, но я хотел нарисовать бутылку шампанского. Такая, опс, да, е. Выпить бокал шампанского. Выглядеть с него вот так. Да. Бля. Ну, сейчас. Че он не стирает? Вот. Удильщик. Со сломанной шеей, кстати говоря. Ну, косички. И рассказать, что уделалось в сопли с бутылки водки. Ну, на самом деле, просто... вишневый сок забродил и случайно выпила. Ах, да, еще в пятницу литературу почитать в конце. Ну, завтра все-таки сочинение, в понедельник. Дальше. Дальше. В субботу. А почему в субботу, спросите, нельзя почитать? А я объясню, почему. Потому что в субботу мы едем с мамкой на дачу. Да. Вот. Мыть окна. И полоть грядки. Обязательно надо написать. Записать историю с красивый деревенский закат. Да. Красивый. И написать, что как же я люблю радоваться мелочам. Таким, как травка. Ну, вы понимаете, обычная травка. Травка и солнышко. Похожее на паука, но все равно. Да. И деревенский воздух.
На самом деле вообще похер ей, потому что у нее там в манде все свербит после четверга. Ну да ладно. Вот. Дальше. Субботу прожили. Воскресенье. Сходить в церковь. Ну все. А в понедельник все по новой. В понедельник суицид. Потом, ах да, суицид, еще один. Вот, ну и... И мораль сей басни такова. Ах да, нет, она же сидит на утке, вот, я забыл совсем, она сидит на утке с бутылкой шампанского, уже чуть-чуть повеселела, ну, видно сразу, что настроение улучшилось, но неужели не видно по лицу, выпали волосы, потому что паленая была водка, и теперь это уже ананас, а не Маша, ну, неважно, и вот она такая, вот она сидит довольная, такая, да, вот тут, опа, такая, сиськи на месте, вот тут шампанское, да, или что там, бутылка, здесь у нее бокал, вот, а шея в стороне валяется, потому что она сломалась, да, и еще она на утке сидит, а утка такая, сука, ты что такая жирная-то, а? Раздавила ее уже на больничной утке, если вы не поняли, что еще, ах, да, мораль сей басни такова, неважно, как ты выглядишь и какие у тебя мысли в голове, главное, что живи как хочешь, ведь итог у всех один. Это смерть, я намекаю на то, что да. Поэтому, а вообще лучше не живи, да, и не надо смеяться под окнами, орать по ночам, устраивать летние прогулки, когда я спать хочу. Лучше убейся сразу об стену, не мешай никому, да. Вот. Конец.